На генетическом уровне этот сорт является 100% продуктом Мейян. В основе ее генеалогии находится знаменитая роза мадам Мейян. Это роза продукт скрещивания очень престижных сортов. Принцесса Монако, от которого она унаследовала этот нежный белый цвет, и сорта начала 80-х и Пьеже. Представлена анонимно в международных конкурсах. До присвоения зарегистрированного того торгового названия этот сорт получил награды в Буэнос-Айресе и Риме. Он также удостоился внимания в англосаксонских странах, что случается гораздо реже. Как описать розу, которая перед вами? Это чисто белый цветок в середине лета, иногда весной, может быть, в розоватом сердцевине. Это чудный цветок, как бриллиант, обрамлен темно-зеленой глянцевой листвой. Роза была представлена нашим друзьям-парфюмерам из Грасса, компании Роберте. Я прочитаю вам описание ее аромата по бумаге, так как не уверен, что смогу это повторить, не ошибившись. Вдыхая аромат этого цветка, можно уловить нотки персика, свежести, груши Вильямс и экзотических фруктов. Этот аромат описан парфюмерами как цветочно-фруктовый. C'est une odeur qui est décrite par les parfumeurs comme fruitée et florale. Les mots que je viens de prononcer expliquent tout à fait pourquoi. Je vous présente ce bouquet. Итак, я преподношу вам букет роз, носящих отныне ваше имя. Je vous remercie infiniment. Спасибо. Я хотел бы поблагодарить вас за то, что вы подумали обо мне таким образом. И это делает мне честь. Я мужчина, любящий цветы. Моя мама хорошо меня воспитала. Она мне всегда объясняла, что мужчина, не умеющий плакать, это не мужчина. Это великолепные розы. Мне они кажутся прекрасными. Я могу сказать, что на моем парижском балконе, который очень крепкий, уже есть некоторое количество розовых кустов других сортов. Они поднимаются к небу, как колонны, с цветами, которые, кажется, парят. Они чудно пахнут. По утрам мы с женой завтракаем на балконе посреди этой прелести, и мы опьянены великолепным ароматом этих цветов. Я еще раз благодарю фирму Мейян за то, что выбрали меня. Мне нечего больше сказать. Я счастлив. Хорошая погода. Я заказал хорошую погоду, я абсолютно счастлив, я польщен. Я сохраню этот букет, он очень красив, он лучше, чем получают победители Tour de France. Он необычайно красив. Сейчас мы его наречем, покрестим. О, на цветы, надо же! Выдержат ли они это?